Привет, друзья! Минобороны России показала работу ЗРК С-300 БМ-2 «Фаворит» на Украине. Семейство ЗРК С-300 довольно широко представлено, и в нем можно запутаться. Коротко, это несколько видов. С-300П непосредственно предназначен для войск ПВО, С-300В для сухопутных войск и С-300F для флота. Также существует версия на гусеничном ходу С-300Б4 для сухопутных войск, предназначенная больше для борьбы с самолетами РЭБ. С-300ПМ-2 – это модернизация комплекса С-300 и доведение его характеристик до уровня ЗРК С-400. По некоторым он даже превосходит С-400. В результате модернизации дальность стрельбы фаворита увеличилась до 200 км. Также теперь комплекс способен более эффективно поражать баллистические цели. Со слов военных, фавориты обладают высоким уровнем автоматизации и скоростью работы. От обнаружения объекта до его уничтожения проходит не более 30 секунд. С-300ПМ-2 способен работать по всем целям, кроме малоразмерных БПЛА. Для борьбы с ними комплекс прикрывается ЗРК-панцирь. ЗРК С-300 состоит из командного пункта с радиолокационной станцией, пусковых установок и транспортно-заряжающих машин. Фаворит может работать совместно с С-400 и новейшим С-500 «Прометей», образуя единую систему. Время развертывания комплекса – 5 минут. В этой модификации выгодно увеличилась чувствительность по цели численных приемных устройств. Отказоустойчивость выросла на порядок, так скажем. Одновременно до 6 целей можем сопровождать и наводить по ним до 12 ракет. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.